нашим малышам исполнилось 3 недели. Ну и пора делать первую дегерметизацию. Чтобы ее сделать правильно, нужно малышей съесть. Поэтому мы взвешиваем. Только это сделать не так просто, потому что они разбегаются. Это у нас снеговик. Весит он килограмм. 50 грамм. Малыш. Молодец. Большой мальчик. Так и запишем. 1 килограмм. Снеговик. Дальше у нас будет праздник. Тигровый малыш. Его будем взвешивать. Он у нас весит 850 грамм. Да, 850 будет. Вот малышка. Вот мальчишка. Тигровый малыш наш. Отца. Вот. Он весит 850. Это у нас мандаринчик. Новогодний. Так, не уходим никуда. Он весит 900 грамм. Да, 900. Молодец, умничка. Вот такой красивый мальчик. Да. Вот такой красивый мальчик у нас. Олимп. 900 грамм весит. Так, вот эта елочка. Это тоже мальчишка, но у него здесь как новогодняя елочка сзади рисунок, поэтому мы его так называем. Так, сколько он у нас весит? Он у нас не убегает тоже никуда. 950. Да, 900. Тише. Ну, они все. Нет, еды нет. Да, 950. Тут мальчишка, красавчик наш. С рыжим подпалом. 950. Следующего будем взвешивать Санту. Это Санта. Это последний мальчишка. И вообще последний щенок, поймете, но он у нас самый крупный. Он родился самым крупным. Ну да, кило 50 весит. Не убегает никуда. Да, кило 50. Такой красавец. Зовут его Санта. Тоже триколор с рыжим подпалом. Красавчик. Кило 50. А дальше пойдут девчонки. Девчонки, конечно, поменьше будут. Вот эта девочка первая, Элис. Элис. Она 750 грамм весит. Не убегает никуда. Да, 750, Элис. Красавица девочка. Тоже с рыжим подпалом триколор. И моя красоточка, да. Красоточка девочка. Тигровая девочка. Это Жасмин. Жасмин. Ну-ка посмотрим. Не бей. Так, у нас выключились весы. Сейчас переключу. Тише. 850 грамм. Вот такая красоточка, да. Тигровая девчонка такая красивая, да. 850. Элис у нас 750, а Жасмин 850. И осталось у нас вот эта вишенка наша. Вот у нее вишенка на тортике. Ну-ка, сейчас. Сколько же весит наша вишенка? Тише, спокойно. Нет, не уходим. Тоже 850. 850. 850, малышка. И вот этот расчет этого веса мы будем давать глистогонный
препарат, да, мой сладкий, первый раз. Так. Вот мы малышей взвесили, теперь мы можем дать препарат. Мы даем вот этот препарат Прозетел, даем его дважды. Первый раз в 3 недельки, второй раз через 14 дней. Почему таким образом? Потому что этот препарат действует только на взрослых особей гельминтов. Поэтому отложенные яйца этими гельминтами, они выживут и вылупятся. А вылупятся как раз не через 14, когда мы проведем повторную дегельминтизацию, чтобы уже вылупившиеся особи не успели отложить эти ретущие яйца. Так как у нас мамочки дважды проводили дегельминтизацию перед вязкой, то есть она у нас не заглистована, и щенки, соответственно, тоже не заглистованы. Поэтому мы проводим всего дважды дегельминтизацию. Вот. Для этого мы взвесили. Это у нас снеговик. Он у нас весит 1 кг. Куда ты полез? Значит, ему нужно дать 1 мл. Тут этот препарат дается 1 мл на 1 кг. Мы набираем чуть-чуть побольше, потому что щенки, как правило, выплевывают часть препарата, чтобы им попало вовнутрь именно 1 мл. Мы даем чуть-чуть побольше. Вот так берем малыша, открываем ему ротик, и вот сюда вот так вот ротик. Вот, мне не нравится. Ну, надо съесть обязательно, да. Вот, молодец. Вот чуть-чуть выплюнул, но 1 мл к нему попал как раз. Пойдем, маму быстренько кушать, да? Заедать эту гадость, да? Пойдем, мой сладкий, молодец. Следующий у нас Joyful. Он у нас весит 850 грамм. Значит, ему где-то 900 миллилитров мы... Ой, миллилитров, 0,9 миллилитра. Вот так вот мы берем. И, соответственно, точно так же возьмем малыша. И вот сюда вот. Вот так вот. Вот, молодец. Ну, давай. Молодец, умничка, тоже все скушал почти. Вот. Молодец, мальчик. Вот, умничка. Молодец. Невкусно, да? Пойдем маму заедать, да? Молочко заедим, да. Фу, какая гадость. Следующий у нас мандаринчик. Мандаринчик у нас весит 900 грамм. Почти, ну, 1 мл. Аппарата нужно. 1 мл. Один. Вот, молодец. Вот, умничка, мальчик сладкий. Вот, не плюсь, давай съешь. Молодец, мальчик. Умница. Вот, молодец. И пойдем к мамочке, да, молочко кушать пойдем. Так, следующий у нас елочка. Елочка у нас 950 тоже, значит, мы чуть больше 1 мл наберем. Они молодцы, почти не выплевывают. Вот так вот. Вот, молодец. Вот мой хороший. Подожди, не надо со мной бороться. Вот, молодец. Вот, молодец. Давай, скушай. Надо скушать. Не выплевывай. Вот, молодец, мальчик. Молодец, мой красавчик. Да. Пойдем быстренько заедим молочком, да. Мамочка. Это Санта. Самый крупный. Мы тоже наберем больше 1 мл. Он весит 1,50 кг. Значит, соответственно, 1 на 1 примерно препарата. Вот, давай, надо скушать. Вот, молодец, не надо плевать. Я говорю, буду плеваться. Ну, не надо. Вот, молодец, вот, умничка, да, молодец. Пойдем мамочку да есть кушать. Вот наша Элис, моя девочка. Сейчас мы ей тоже препаратика наберем. Где
Вот. И достаточно будет. Так, достаточно. Давай, моя хорошая. Знаю, сейчас ты меня вообще будешь ругать, я знаю. Ты у нас такая девушка. Чего ты хочешь, когда ты не хочешь? Давай, зайка. Вот, молодец. Вот, ну, конечно, я же знала. Много выплюнула. Но все равно то, что положено, она проглотила. Да. Не ругайся. Сейчас к мамочке пойдешь, да. Вот такая красоточка у нас, Элис. Жасмин тоже нужно где-то 900 миллилитров. 0,9 миллилитра набрать. 0,9 где-то вот так. И давай, зайчка. Жасминчик, давай. Вот, молодец. Люблю. Умочка, девочка, молодец, моя красоточка. Вот, хорошо. Сейчас мы еще... И последний нужно дать препарат вишенке. Вишенка у нас 850 грамм весит, здесь где-то 0,9-0,9,5 препарата. Ой, не надо убегать. Вишенка. Счет, моя девочка, давай. Вот, молодец. Давай. Молодец. И мне очень нравится этот препарат, но нужно давать, чтобы все было в порядке со здоровьем. Молодец, все скушала. Ты моя детка, красотка. Вот такая красавица. Это триколорная девочка с тигровым подпалом. Очень красивая девочка. Ну, спасибо всем за просмотр. Вот так мы проводим деклиматизацию нашим щенкам.